пошел на посадку в аэропорт города Семипалатинска. В Семипалатинске когда-то жили и трудились известный русский писатель Федор Михайлович Достоевский, великий казахский поэт-просветитель Абай Кунанбаев, писатель Мухтар Ауэзов. В Семипалатинске выросла известная советская певица Бибигуль Тулигенова, ныне народная артистка Советского Союза. Семипалатинск – город моей юности. Каким ты стал теперь? По-прежнему люблю Семипалатинск. Очень люблю и его новые улицы, и этот старенький дом, в котором прошло мое детство. Бросила все дела и прилетела сюда. Прилетела на день рождения моего любимого города. Это было 250 лет тому назад. Петр I подполковнику Бухгольцу: взять тебе, Бухгольц, 1500 воинских людей и идти от Емыша к Еркету, и при речках, и при лесах делать редуты. Так в 1718 году на берегу Иртыша, невдалеке от развалин семи палат старинного монастыря, была заложена крепость. Ее назвали Семипалатной. Под охраной этих пушек рос центр торговли и караванных путей. Не случайно на старом гербе города изображен верблюд. В наше время иные караваны. Станция Семипалатинск, северные ворота знаменитого Туксиба. Рядом с остальными путями широкая водная магистраль, могучий Иртыш. Минареты мечетей и кресты церквей напоминают мне о прошлом Семипалатинска. Сосланный сюда Федор Михайлович Достоевский жил в этом доме. И самым дорогим гостем был здесь Чукан Валиханов, первый ученый казах. В этом доме не раз останавливался Абай, наш великий поэт и просветитель.
Вот библиотека имени Гоголя, в которой часто бывал поэт. Здесь, в кругу друзей, Абай мечтал о том времени, когда казахский народ обретет крылья и счастье. И это время пришло. В радостные дни торжеств мы склоняем головы перед теми, кто пал в борьбе за установление советской власти в Семипалатинске и Приртышье. Кузьма Шугаев, Сабыржан Габбасов, Михаил Самойлов, Петр Шлеев, Айгыз Кышкенбаева, русские и казахи. Братскими могилами скреплена наша нерушимая дружба. И лучший памятник павшим борцам – новый промышленный Семипалатинск. Этот завод дает сейчас больше цемента, чем раньше вся царская Россия. Семипалатинский цемент помогает строить новые заводы, благоустраивать города, села и аулы. В свою очередь, труженики ордена Ленина Семипалатинской области шлют на предприятия города плоды своего труда. Шлют на мукомольно-комбикормовый комбинат, на фабрику первичной обработки шерсти. Мясоконсервный комбинат, перерабатывающий в сутки до 20 тысяч голов скота. Добрую славу комбинату создали такие опытнейшие мастера, как, например, Мейрам Калигожин, большой знаток производства колбас. Когда-то трудилась и я. С участием в художественной самодеятельности комбината и начал мой путь в большое искусство. Продукция Ордена Трудового Красного Знамени мясоконсервного комбината имени Калинина пользуется широким спросом не только в нашей стране, но и за рубежом. Не залеживаются в магазинах нарядные вещи, выпускаемые фабрикой верхнего трикотажа. Этот новый рисунок вязки под юбилею города. Мужских сорочек выпускает ежегодно фирма «Большевичка». По одной модной сорочке каждому мужчине в республике. Да, иным стал мой родной город. Иным стал и городской герб. На этом гербе силуэт завода в лучах солнца. А солнце – это свет, радость, это счастье. We'll be right back.
есть с кого брать пример, как с оружием в руках защищать нашу великую Родину, как служить ей. В этом здании учился Мухтар Мархановича Уэзов, писатель, академик, наш Мухтар-ага. Сейчас в городе учится каждый третий житель. У этих юношей и девушек сегодня счастливый день. Они стали студентами медицинского института. А эти молодые люди тоже счастливы. С дипломами зоотехников и ветеринарных врачей они разъедутся во все концы республики. Но на всю жизнь останется в их памяти юбилей города. Гости и тысячи горожан сегодня на Иртыше. Вечером 2 августа состоялось торжественное заседание. С докладом «250 лет Семипалатинску» выступила первый секретарь городского комитета партии Зоя Сергеевна Лосева. В адрес города-юбиляра поступило приветствие от Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана, Президиума Верховного Совета и Совета министров республики. Горожан юбиляров приветствовали Семипалатинский областной комитет партии и облсполком. Были зачитаны поздравительные адреса и вручены памятные подарки от многих городов, районов и областей страны. Накануне юбилея Семипалатинска в городе и на родине Абая побывал летчик-космонавт Герман Титов. Славный сын русского народа, космонавт 2, возложил венок на могилу великого казахского поэта и просветителя. Герман Степанович Титов, первый почетный гражданин Семипалатинска. В дни юбилея звание почетного гражданина города были удостоены машинист локомотивного депо Бекетай Жумагалиев, пенсионер Андрей Матвеевич Кузнецов, мастер мясоконсервного комбината Мейрам Калигожин, учитель Николай Семенович Крутилин, врач Анна Семеновна Портнягина, артистка Бибигуль Тулегенова. Ну, а какой же праздник на казахской земле обойдется без конно-спортивных состязаний?
провела я в своем родном городе. Я узнавала и не узнавала его. Так он похорошел. Счастье тебе, мой Семипалатинск. Город вечной юности и больших свершений.